Очень содержательные выступления были. И так как я уже второй раз здесь был, друзей встретил, знакомых, уже мы здороваемся здесь, мы уже как старые приятели. И дело в том, что я с самого первого раза и мы с дочерью приезжаем сюда. Это не только впечатление, но и польза большая. Вот мы, я вот на первом абрикосе на высылке побывал, и вот такой вот агрегат приобрел. И ряд других, там опрыскиватели турецкие приобрел, также дискаторы, ну дискаторы это садоводческие российские, а гербицидники, ну короче, все, что надо для садоводства, все уже приобрел. А теперь немножко там осталось. Потому что докомплектовать дочкин сад надо. Планы у вас большие. Почему я начинающий садовод? А потому что я в 69 лет только начал садоводством заниматься. До этого зерновой клин у меня был. В саду у меня, значит, и косточковые, и семечковые. Значит, что у меня там 2500 деревьев сливы, 13 тысяч яблони и, чтобы не соврать, 10500 черешня. Вот пока есть такие планы. Ну вот сейчас я посадил сад для себя, посадил сад дочке, посадил сад внучке. Семейный бизнес будет? Да, семейный бизнес. И дочка глава фермерского хозяйства, я глава фермерского хозяйства, и внучка глава фермерского хозяйства. И у нас уже получился как семейный кооператив. Ну, агитировали уже и на первом заседании, ну, абрикоса, что... Объединяйтесь. Я в 69 лет получил грант и стал развиваться. Кроме гранта я еще посадил десятки тысяч деревьев, кроме гранта. В этом году сложились нетипичные условия для садоводов. И в этом году предполагается всплеск развития как болезней, так и вредителей. Компания UPL имеет ряд препаратов для борьбы с этой проблемой. Препарат Malvin, который обладает уникальным мультифазным механизмом действия, применяется более чем 50 лет, и за все это время не выявлено ни одного случая резистентности. И помимо эффективности против парши, Malvin эффективно борется с манилиозом. И благодаря такой расширенной регистрации Malvin можно применять до 5 раз в сезон. Вторым эффективным фунгицидом в садах является Силит. Препарат обладает высокой степенью прилипаемости, его можно применять и по влажной поверхности без добавления адъюванта. Садоводы считают, что Силит такой же контактный фунгицид, как и Malvin. На самом деле действующее вещество Дадин является локально системным. То есть препарат проникает в ткани растений, распределяется. Таким образом Силит защищает снаружи и лечит внутри. Помимо фунгицидов, компания UPL развивает препарат Гемилин, который относится к группе ингибиторов синтеза хитина и отличается от многих инсектицидов, применяемых в садах. И благодаря такому механизму действия препарат оказывает остаточное действие на вредителей в течение 40 дней после применения и эффективно работает даже при высоких температурах. Сады требуют тщательного ухода и внимания. Компания UPL развивает два направления в сфере защиты растений. Это традиционные химические решения и биорешения, которые уже используются во всем мире на целом ряде культур. Компания UPL такой подход воплощен в программе Pronutiva. Опираясь на многолетний опыт работы, Pronutiva доказала свою высокую эффективность в сочетании традиционных и биологических методов защиты растений. UPL – это индийская компания, которая занимается уже 50 лет производством средств защиты растений. Компания имеет по всему миру свои производственные площадки как по синтезу действующих веществ, так и по производству готовой продукции. Компания активно развивается. За последние 7 лет компания UPL приобрела ряд крупных компаний, в том числе и агрохимическую компанию, такую как Arysta Life Science. Благодаря такой интеграции компания UPL усилила свои позиции на рынке как России, так и во всем мире, что позволило компании войти в топ-5 производителей средств защиты растений.
Ранее целый ряд иностранных компаний ушли с рынка России, забрав с собой многие решения. Компания UPL подготовила свой ответ. В ближайшее время мы планируем получить регистрацию двух новых защитников для сада. Это фунгицид Pirus и инсектицид Шензи. Pirus – это специализированный системный фунгицид для борьбы с паршой и серой гнилью. Помимо системных свойств, препарат имеет активность и в газовой фазе. То есть создается паровое облако, препарат проникает в те места, куда трудно дотянуться капли раствора. Препарат обладает профилактическим и лечебным действием, эффективно работает как при низких, так и при высоких температурах. Новый инсектицид Шензи – это высококонцентрированный инсектицид против личинок всех возрастов на основе чистого хлорантранилипрола. Препарат быстро останавливает питание вредителей и защищает культуру до 3 недель. Эффективно работает при высоких температурах. Также препарат безопасен как для человека, так и для пылителей и полезной томофауны. И поэтому его можно смело применять и в биорешениях при защите сада. В следующем сезоне мы надеемся получить регистрацию этих продуктов. И надеемся, что аграриях будет возможность использовать их при составлении защиты сада для следующего сезона. Больше, чем в том. 700. Зарегистрировано больше 700 человек в этом году. Притом из 30 регионов Российской Федерации. Вот это даже более важный фактор. Половина из них – это край наш. Остальные вот с разных регионов. Северный Кавказ, Южный федеральный округ, ну и Центральная Россия. Даже из Калининграда есть человек. И мы пытались объять необъятное. Вот. Куча тем еще осталось за кадром. Мы рассматривали разные культуры. Вот. Углублялись в разные культуры. В садоводстве 9 основных культур. А есть еще орехоплодные, есть еще ягодные, они отдельные. Косточковые, семечковые. Семечковых 3. Яблоня, груша, айва и косточковая. Слива, черешня, алыча, абрикос, персик, вишня. Вот. И мы пытались охватить эти все культуры, потому что они все важны. Мы ни по одной из них страну еще как бы не обеспечиваем, садоводы, население. Особенно по некоторым вот позициям косточковых, мы только завозим их, в принципе. Вот тот же персик, нектарины. В страну завозится нектаринов больше, чем выращивается всего косточковых в России. Вот такая есть цифра. В том году, в 23-м, 540 тысяч тонн косточковых плодов завезено в Россию. То есть тут работать еще и работать нам. Поэтому мы пытались донести до действующих садоводов, до новых садоводов о том, что это очень важно. Вот. Не только на царицу фруктов, яблоню делать акцент. Хотя мы тоже только на 72% выполнили необходимые объемы потребления по яблоне. То есть везде, нам надо расти везде в садоводстве. И при существующих вот мерах господдержки, в принципе, это реально. Многие фермеры уперлись в отсутствие прибыли, скажем так, при существующих культурах, которые они выращивают. В первую очередь зерно. Ну да, пошлины и так далее, это больная тема. А у некоторых земли мало, не 10 тысяч гектар или не 400 тысяч гектар, вот. Допустим, 50. Что там на этих 50 гектарах заработать? Вот в садоводстве 100 гектар, вот 100 гектар – это очень хороший сад. Вот.
У одного моего знакомого предпринимателя было 3500 гектар. К нему приехал один австриец. Оно говорит, расскажи свою прибыль. Они посчитали, что у них одинаковая прибыль. У того 30 гектар суперинтенсивного сада, 30 у австрийца, а у этого 3500 гектар полевых культур. Вот был такой конкретный был такой случай. Австриец, фермер. Вот поэтому я о том, что садоводство рентабельное, и, конечно, оно рентабельное. Если благоприятные условия, если хорошая цена на плоды есть, в любом случае, садоводство рентабельнее. Мы уже второй год участвуем в конференции «Абрикос». В прошлом году нам очень понравилась и информативная часть, и, в принципе, формат выставки. Поэтому в этом году даже вопросов не стояло, участвовать или нет. Мы сразу приняли решение и уже начали готовиться к данному мероприятию. Мы работаем уже 15 лет на рынке, активно развиваемся на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области и Ставропольский край, также Кабардино-Балкария. То, что мы рекомендуем своим клиентам, систему защиты и систему питания, мы сначала используем на собственном производстве. У нас есть предприятие с полевыми культурами и также садоводческое предприятие, сад в Курганинском районе суперинтенсивного типа 104 гектара, где мы отрабатываем технологию и уже технологию, показавшую наилучший результат, мы рекомендуем своим клиентам для получения продукции более высокого качества, чтобы получить максимальную прибыль с каждого гектара. Поэтому мы стремимся к получению яблок более 90% первого сорта. У нас предприятие красные сорта мы получаем от 86 до 94% первого сорта. Это калибр яблок 65-70 на плюс, отсутствие повреждений, болезней, вредителей, окрас, соответствующие сорты, ну и также высокие показатели лёжкости, чтобы мы могли хранить яблоко вот до мая месяца, что мы, в принципе, и представляем здесь на выставке, на конференции. По зеленым сортам, например, Грэнни, мы получаем 90% яблок первого сорта, это калибр 65 на плюс. И желтые сорта, такие как Голды, у нас порядка 87% первого сорта. Но ни для кого не секрет, что разница в цене между первым и вторым сортом достигает порядка 50%. Поэтому от того, какое сельхозпроизводитель вырастет яблоко, зависит, сколько прибыли он получит с гектара. В своей системе мы активно используем листовые удобрения Vuxal, которые позволяют нам получить яблоки хорошего качества с высокими показателями лёжкости. Наша система используют и в полевых культурах, и в садах. И высокую эффективность показывают и в Ростовской области, и Ставропольский край, и Кабардино-Балкария. То есть во всех регионах, где мы присутствуем. На текущий момент у нас в компании 1778 клиентов. По нашим рекомендациям обрабатываются 1 650 000 гектар. Из них 46 тысяч – это сады, и 40 тысяч – это виноградники. Наши менеджеры, консультанты, они всегда на связи, оказывают полное агросопровождение нашим клиентам. Поэтому наши клиенты обращаются, если возникла какая-то сложность, проблема, мы всегда оперативно выезжаем, на месте диагностируем. Поэтому у нас есть клиенты, которые работают с нами с момента основания нашей компании, то есть это 15 лет. И из года в год мы с ними встречаемся, получаем обратную связь. Они довольны результатом, в принципе, и продолжают. Если с каждым годом у нас клиентов становится больше, значит, мы что-то делаем правильно. Каждый сезон у нас сложный, каждый сезон необычный, отличается от предыдущего. Вот я хочу пожелать, чтобы в этом году сложились все факторы, чтобы каждый сельхозпроизводитель, несмотря на сложности погодных условий, каких-то нестандартных ситуаций, болезней, вредителей, чтобы каждый получил максимум прибыли с каждого гектара.